Так, ну что, очередная посылка пришла. Быстро доехала. Дней 5 или 6, по-моему, шла. Заказывали с европейского сайта в Португалии. Вот так выходит. Как интересно. Вот такая упаковка всегда делают, чтобы не болталась. Очень компактно. Если много груза, всегда две такие коробки. Так, убираем это. Так, и я аккуратно прям. Я просто, простите, что я тут это. Что-то я тут сразу вижу, что-то такое интересное. Очень. Очень, да. Это ты себе заказала? Да, да, да. Я просто сейчас увлеклась темой парфюмерии. Это вот, ну, это туалетная вода. Это селектив от Сибирского здоровья. В общем, их производство. Ну, конечно, они там сотрудничают с известными марками. И здесь французские парфюмеры все работали. Ну, короче, это цитрусовые. Да. Я потом буду рассказывать. Это на лето. Да. Так, это я взяла. Витамины. Это диасмины рутины, это для сосудов, для ног. Вот такие вот они, я уже пропивала. Так, это витамин D3. Лето. Советую, у меня очень маленький, я сдавала анализ, у меня 20, и надо повышать. Даже летом это так. Это пробиотик я хочу пропить. Это сколько очень тут капсул? Здесь на 15. Полмесяца, да. Угу. Я еще одну посылочку буду заказывать, я хочу одну показать, чтобы было видно. Очень хороший. Он одновременно и пробиотик, и пробиотик здесь получается. Так. Здесь это я себе взяла в этот раз для глаз. Это 3 мегавитальш лютеиновый зеаксантин, суперконцентрат. Пропиваю то эти сначала, иногда с них разоталсин это делаю. Я думаю, это омега. Ну да, это лютеиновый. Да. Так, вот это моя любимая зубная паста с черникой и с активированным углем, отбеливающая. Обожаю ее. Вот обожаю. Так и не дала мама мне попробовать, представляете? Вот. Я тебе могу отложить. Так, это магний. Магний. Что, я магний заказывала? Магний. А, это я читаю. Это мне. А, это мое, господи. Вот, а, вот это только магний, да. Ты да. В этот раз магний про в это. В этот да, раз, да. Да. Ну, и походу, может быть, вот это себе случайно заберу. Так, вот эти, так, подожди, вот эти витамины я беру себе сейчас. Почему я решила их брать уже несколько раз беру? Потому что этот комплекс включает все-все, и одновременно тут омега есть крутая. Сейчас я покажу, где она. Вот, зеаксантиновый, доксазантиновый, вот эти вот кислоты. Ой, да, в общем, вот эти витамины, я просто смотрела по это, берут даже мужчины, заклеивают это. Здесь просто весь комплекс витамины, минералы и омега сразу включено, 35 евро. На этот сейчас вот открою, быстро можно. Не стесняйтесь, пацаны, не стесняйтесь. Просто все. Покупайте своим мужем. Мужем. Вот сразу омега и вот эти вот комплексы на сутки берете, чтобы все шикарно. И дозочек повышенный, потому что для беременных повышенный, вот пьют вообще шикарно. Так, здесь это я себе взяла железо в этот раз припить, потому что, ну, некую усталость. Так, это синхровитал 4, это тоже моему партнеру. Так, здесь это, здесь я взяла себе пик, это инулиновый этот концентрат. Дело в том, что это у кого диабет, у кого повышенный холестерин, это для проблем желудочно-кишечного тракта. Вот это супер-супер вещь, которая вас должна просто как скорая помощь должна быть. Ну, вообще, я кишечник. Как простой человек советую, когда иногда наешься, да? Да, наешься. Да. И просто вот, ну там, зудит в животе, надутость такая, очень помогает. Два дня выпила, все нормально. Это Power Life, это тип псилиума, это все, это в общем очищение кишечника. Это вообще это лимфосаны, вот эти порошки. Они очень бюджетные, их просто всегда надо пить, даже вы можете не покупать. Тут, девочки, мальчики, тут пить с медом. Я без меда, и тут не классно. Так, здесь я, сейчас, вот это я взяла, ну, короче, это сейчас, подожди, ой, вот это я взяла, подожди, подожди. Это я взяла по, это была акция, угу. Вот эту маску я выбрала, когда на 100 евро берешь тебе бесплатно маску. А, это для всех типов кожи, шикарно, вот это Indescence марка, шикарно, короче, попробуй вообще. Берет. Красная глина. Глина и еще что-то, да. Короче, вот этот я взяла, показываю. Я не обращала сначала внимания, но думаю, ладно, я один себе взяла целлюлитус, это новый крем из серии Спиральта Платина, это моделирующий крем для тела. Но что происходит с этим кремом, чтобы вы понимали, почему я взяла. Так, я сейчас здесь это. Рассказывали один отзыв, что девочка подарила своей маме крем. Ну, мама, короче, прослушала, как пользоваться, и мазала им лицо. Вот, лицо или шею, да. И ой, говорит, красивый. И говорит, да, очень красивый, очень красивый. Так, давай мне чуть-чуть. Так, вот сейчас попробуем. Да. Чуть-чуть, вот чуть-чуть просто, чтобы. Ну, сейчас вот накачать надо. И говорит, что произошло. У нее подтянулось лицо, шея. Представляешь, ну как бы получается крем. О, для...
Давай я так на руке. Ой, как интересно пахнет. Ментол. Да? Угу. Прям ментол. И вот мазала этим лицо, она это говорит, и приехала, говорит, мам, что у тебя с лицом? Говорит, морщинки мимические, все, то есть поэтому, говорит, вообще шикарно. Ну, это только мы, женщины, можем так экспериментировать. Ну, вот я тоже, я как будто из этого отзыва взяла себе. И вот, та-та-там, пришла новинка, когда мы дождались, это уже на новом заводе, экологичное мыло. Капельку, вот капельку кладете, написано капельку для этого, капельку для этого, туда-сюда, да, мыть посуду, мыть овощи, фрукты, безопасное, понимаете, вы будете охранять и природу, и себя, короче, вот это. Выпустили из сибирского, ой, из сибирского, на Сербии, на новом заводе, который пол-литра, да, пол-литра. Шикарно. Неплохо. Там еще два чистящих вещества выпустили, я очень как бы долго ждала, и наконец-то. Это производство теперь будет здесь в Сербии. Ну, вот видите, расслаб... для посуды, для рук, для фруктов и овощей. Это вот где ты читаешь, Женя? Ну, вот написано. А, ну вот. Четыре в одном. Супер. Попробуем, потом скажешь, как тебе понравилось. Слушай, а давай попробуем запах просто. Я так, теперь это на себе. Ну, да. Сейчас, подожди. Сейчас, покажи. Наверное, без запаха. Так, это... Легкий, чего-то это какой-то. Нет, это мне кажется, от крема для. Что-то без. Какой-то, ну, да. Ну, это наоборот вот. Хорошо. Что... Ну, все. Мама, короче, пошла. Да, сейчас руки мыть. Ну, вот такая, смотрите. Как эти посылки очень удобно. Вот то, что я взяла на эту стоимость, да, у меня на все пошел кэшбэк 25%. То есть, допустим, предположим, грубо говоря, я заплатила бы, должна была, предположим, купила посылку на 100 этих, а заплатила 75 евро. Это очень круто. И каждый раз. И уже этими 25 евро я могу на следующий раз покупать посылку. Если вы захотите узнать что-то о продукции и заказать, я расположу телефон в видео и под видео, и реферальную ссылку на магазин, и вы можете пройти и посмотреть это по Европе. Если в другой стране, тоже напишите мне, я вам расскажу, как в вашей стране правильно купить и продукцию. Все, спасибо, что досмотрели. Пока. Приходите на следующие покупочки.